Всем привет! Вы на канале. И давно меня не было, я бы очень по вам соскучилась. И мы начинаем снова нашу игру. Давайте уберем звук, чтобы он нам не мешал. Так, все, пошли фиолетовые. Так, какие еще можно? Так, сделаем получше. Вот, желтые. Так, мы уже накопили 13 печенек. О, 15, отлично. Шикарно. Так, и еще пошли печеньки. 17 уже печенек. Так, так, думаем, какие тут еще можно. Так, нам игра подсказывает. Сказывает, о, вот сюда, вот эти. 22 уже печеньки. Отлично. Так, теперь 23 печеньки. Вот эти пробуем. Красные пробуем. Синие. Фиолетовые. Отлично, отлично, все получается, вообще шикарно, потрясающе. Так, у нас уже 25 печенек. О, как мы хорошо с вами идем. Давно я не играла в эту игру. Ну, ничего, видите, справляюсь. Потихоньку, но справляюсь. Так, уже 26 у нас печенек. Во, отличненько, отличненько. Так, о, сейчас нам кексик всех их выбьет. 33 печеньки. Так, чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть печенек. Давайте. Мы сможем, обязательно сможем эти печеньки все сделать. Так. Давай. Ну. Фиолетовые. Так, теперь вот сюда красные. Вот сюда. Так. Вот сюда. Оп, бомба как рванула. И еще ракета. О, 34 печеньки. Это вообще отлично. Это вообще шикарно. Так. О, нам игра опять подсказывает, что можно зеленые попробовать. Но мы желтые попробуем. Еще вот сюда. И сюда зелененьких. Так. Ага, время кончилось. Мы не выиграли. Но ничего. Сейчас еще раз попробуем. 42 печеньки. Так. Сейчас будем пробовать, будем думать. Так, 3 печеньки. 5, 6. Так, сейчас еще вот. Вот игра нам подсказывает. О, все, мы ее послушали и сюда сделали. Вот сюда надо, теперь сюда и вот сюда. Так, уже 17 печенек. 18, 19. Так, вообще отлично. Сейчас как пойдут эти печеньки. И мы обязательно все выиграем. Да, я хоть долго не играла. Ну, я думаю, все равно обязательно все сделаем. Вот. А вы как думаете, ребята, мы же обязательно выиграем эту игру? Обязательно ее сделаем? Как же мы можем не сделать? Это будет неправильно, если мы не сделаем. О, у нас 32 печеньки. 34 печеньки уже. Так, игра нам подсказывает. О, еще подсказывает. Ну, мы вот эти возьмем. И эту возьмем. А потом вот эти зеленые возьмем. И вот сюда. О, как у нас идут 39-40. Чуть-чуть осталось. 2 печеньки. Всего лишь 2 печеньки. И мы выиграем эту игру. У нас уже 35 уровень. И всего лишь 2 печеньки надо сделать. Так, пока. О, одна вылетела. Одна печенька есть. И последнюю. Давайте, последняя печенька. Мы обязательно ее должны. Мы ее должны обязательно победить, эту печеньку. Мы обязательно должны ее освободить. Мы обязательно должны сделать так, чтобы она у нас пропала. И у нас была еще одна 42-я печенька. И тогда мы выиграем, обязательно выиграем. Так, как же нам ее открыть? Так, пробуем, думаем. Пробуем, открываем. Что-то не получается. О, есть, часть открыли. Так, теперь надо остальное. Ох, опять кончилось время. Как же так? Ну ничего, мы не отчаиваемся. Мы пробуем еще раз. Еще раз пробуем эти печеньки. У нас уже 9 печенек. Так, 9. Что у нас там дальше? Пробуем, думаем. О, нам игра подсказывает. Так, все, мы ее послушали. И 13 печенек у нас уже есть.
А обязательно надо эту игру сделать, обязательно ее надо выиграть. Без этого никак, иначе мы не поможем, иначе мы не спасем обитателей данного дома и не поможем им обустроить весь дом, чтобы дом не был разрушенным. Не сможем его обустроить, не сможем его построить. А мы не можем этого так оставить. Поэтому нам обязательно надо выиграть данную игру и найти все печеньки, освободить все печеньки. Обязательно надо это сделать. И мы обязательно это сделаем. Так, все, давайте, давайте, ребята. Вот. Видите, как классно. Мы эти печеньки раскладываем, перекладываем. Игра нам подсказывает. Уже 33 печеньки. Вообще классно. Потрясающе. Шикарно. Великолепно. Давайте поговорим о чем-нибудь, пока я играю. Как проходит ваше лето? Расскажите мне, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Куда ездили? Куда ходили? Вы сейчас в школе, в институте, в колледже? Где вы сейчас находитесь? Ну, в смысле, где вы учитесь? Вот. Не то есть находитесь. Часто вы, наверное, отдыхаете или там. А где учитесь? Вот. Играете вы или вы в эту игру или наподобие их? Наподобие такой игры. Играете, не играете? Расскажите. Так, все, опять я не выиграла. О, да. Так, ну-ка, сейчас попробуем. А вы пишите. Пишите в комментариях, как проводите свое лето, где сейчас находитесь. Мне очень интересно, поэтому обязательно мне напишите. И я вам обязательно отвечу. На все комментарии я буду отвечать. Вот. Обязательно пишите, делитесь своим летом, пообщаемся, поболтаем в комментариях. Я знаю, что я не так часто выпускаю видео. Ну, так получается. Прошу меня простить. И понять. И я надеюсь выпускать видео как можно чаще. Постараюсь, во всяком случае. Так, что у нас тут? Вот, еще одна печенька. Ой, 37 печенек. Это не так печеньки. Вот так. О, как оно стрельнуло у нас. А, все, ну 37. 38. Господи, интересно, на этот раз у меня получится выиграть или не получится выиграть? А то я уже начинаю уставать от одной и той же игры. Вот. О, есть! Выиграли! Ура! Ура, ура, ура! Наконец! Так, теперь 40 этих надо. Покрытий ковровых или травяных. Вот. Кому что это напоминает? Напишите в комментариях, пожалуйста. Это трава? Ну, в смысле, газон? Или какой-то ковролин? Мне больше напоминает почему-то ковролин. Я не знаю. Может, у вас какие-то другие ассоциации? Напишите, пожалуйста. Мне будет очень интересно, что это именно и с чем у вас ассоциируется данный зеленый материал. А может быть, вы придумаете что-то свое? Может быть, у вас другие ассоциации есть с данным материалом? Хотя вот мне, если честно, она еще напоминает почему-то губку, эту абразивную сторону губки для мытья посуды. Наверное, у всех есть такая губка дома, и все и многие видели, или даже все видели такую абразивную сзади сторону у моющей губки, которую убираешь там более трудно, ну как въевшуюся, ну как более въевшуюся грязь, которую нельзя обычной губкой убрать. Вот. Напишите, напоминает она вам
это или напоминает, или вообще что она вам напоминает. Так, во, у нас уже 36, пока я тут болтала, у нас уже 36. Оболося. Вот, 37. Интересно, на этот раз мы выиграем, не выиграем. Ну-ка, давайте, поддержим меня, чтобы я выиграла. Чтобы у меня все получилось. Давайте. Получайся, 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 получайся. Так, нам игра подсказывает. Давайте попробовать. О, так, одна... О, нет, две осталось, две осталось. Да, две. Вот нам игра. Одна осталась, давай. Давай, давай, получится, обязательно получится. Да, да, получится. Ох, опять время кончилось. Как же так? Я думала, все получится, а у нас время кончилось. Теперь опять собирать этот ковролин. Ох, ну ладно, давайте дальше собирать. Уже 4 собрали, 5 собрали. Что же нам еще делать, кроме как собирать ковролин? Надо собрать ковролин. Без этого никуда. Без этого никак. Вот. Так что будем собирать ковролин. Так, давайте, давайте. Вот. Еще чуть-чуть. 14. 15. 18. Так. Вон нам игра подсказывает. Что у нас там еще дальше? 11:28. Так. О, уже 20. Отлично. Так, 26. Отлично. Так, что у нас там дальше? О. О, как у нас идет. Как у нас отлично идет. 28. Так. 30. Отлично. Ох, у нас в городе жара. Как у вас с погодой? Тоже напишите мне в комментариях. Как у вас погода? Солнце, дождь, лето, жара или наоборот, прохладно и даже не покупаться, и даже не позагорать. У нас опять ужасная жара. Хотя вот недавно лил очень сильный проливной дождь. У нас прям все дороги затопило. Вот. А в некоторые дни прям жара стоит, даже выйти невозможно днем. Вот. Как у вас с этим? Как у вас лето проходит? Напишите, как у вас погода. И обо всем остальном тоже напишите обязательно. Я все комменты прочитаю, а обязательно всем отвечу. За это можете не переживать. Так, мы уже 15 ковролинов собрали. О, это просто отлично, что мы собрали 15 ковролинов. Так, что у нас тут дальше получается? О, отлично, уже 19 ковролинов. О, 21 ковролин. Это просто потрясающе, это просто шикарно, это отлично. Интересно, на этот раз мы... Соберем все ковролины или нет? Или нам опять придется переигрывать? Как вы думаете? Ребята, пишите, пожалуйста, в комментариях. Придется ли нам переигрывать? Или мы все-таки сможем собрать весь ковролин? Покрыть это поле зеленой травой. Прям как футбольное поле. А у нас это игровое поле. Или поле с
не знаю, как их назвать, с фишками. Пускай будут фишки. Или поле с фишками, которые нам надо покрыть зеленой травой. Ага. И снова мы не успели. Да, сегодня явно не наш день. Ну ничего. Мы не сдаемся. Мы обязательно все это сделаем. Обязательно покроем это поле ковролином. Для того, чтобы на нем было удобнее играть. Для того, чтобы фишки смотрелись ярче на данном ковролине. Ой, у меня что-то голос пропал. Да, заговорилась я, видно. Поэтому и пропал голос. Но ничего. Ничего страшного. Думаю, это порядки вещей. Голос пропадает, но потом он обязательно появится. А у нас уже покрыто 11 клеточек ковролином. Уже 13 клеточек ковролином покрыто. О, какая красота. О, как у нас стрельнуло, вы видели? О, 20, 21. Так, половину мы ковролина уже прошли. Так что... Чуть-чуть осталось. Совсем маленько. 25 уже. Уже больше половины. И мы надеемся на отличный результат. Что все у нас обязательно будет. Обязательно получится. Обязательно мы этот ковролин постелим на данную поверхность. Обязательно она у нас будет. И у нас все обязательно получится. Потому что по-другому никак нельзя. По-другому невозможно. И у нас все это сделается. Потому что по-другому никак. Как же по-другому? У нас обязательно постелится данный ковролин. Как же без этого? Правильно, ребята? Вот. И я тоже так думаю. Что без этого у нас никак ничего не получится. Ковролин обязательно постелится и обязательно сделается. И все у нас будет. О, 19. Ну, я надеюсь, у нас все получится. О, как стрельнуло. Отлично. Это просто шикарно. Отлично стрельнуло. Так, что у нас там дальше? Уже 25. Так, ну, давай, давай. О! Ой. Да, я уже даже замоталась с этим ковролином. Устала. Даже немного охота вздремнуть. Потому что сидишь и думаешь только о ковролине. И поэтому хочется просто-напросто взять и лечь спать. Когда думаешь о ковролине, обязательно захочется лечь спать. Как же без этого? У вас тоже такое, ребята? Когда вы думаете о ковролине, вам хочется спать или нет? Расскажите мне, пожалуйста, об этом. Ура! Я выиграла! Ура! Смотрите, ура! Она тоже очень радуется. Смотрите, какая она радостная. Она нам говорит... Молодец, ты выиграла. Так, давайте попробуем следующий сундучок. Так, что у нас там дальше надо? А, ну надо всего лишь 2 пингвинчика вывести. Ну, я думаю, это будет не так уж и сложно. Пингвинчиков-то всего лишь 2. Такие маленькие, миленькие, хорошие пингвинчики. И всего 2 штуки. Так. Что-то мы тут застопорились. Ну-ка подумаем, подумаем. Что нам тут можно сделать? Так, нам игра уже подсказывает. Ну-ка, что у нас еще тут можно сделать? О, сообщение какое-то пошло. Так. Ну, думаем.
О, вот сюда можно и сюда можно. Мы уже начали спускать потихонечку наших пингвинчиков красивых. Красивых и милых пингвинчиков. Вот. Сейчас остальное все сделаем. О, какая красота. Еще сделаем, а потом еще сделаем. Одного пингвинчика почти уже спустили. Буквально чуть-чуть осталось. И мы его спустим. Так. О, мы думаем, думаем. Что же еще сделать и как же нам быть, чтобы пингвинчика нам спустить? Такого маленького, миленького, хорошего в красной шапочке. О, все получилось. У нас спустился пингвинчик. Вот так. Так, теперь надо будет второго спустить. Пробуем спустить второго пингвина. Мы его спустим. И он у нас пойдет куда-нибудь гулять. Делать все свои пингвиньи дела. Потому что по-другому никак. Он должен обязательно сделать свои пингвиньи дела. О, как у нас стрельнуло. Ну, к сожалению, пингвинчик у нас все еще на месте. И мы его еще не отправили по его пингвиньим делам, которые ему обязательно нужно сделать. Это, наверное, как... О, не получилось. Так, давайте еще раз пробуем. Так, два пингвина. О, теперь один зеленый, а второй с... А, с короной. Один с зеленой шапочки, а второй с короной. А в прошлый раз у нас были два пингвина с красными шапочками. А сейчас у нас один пингвин... Зеленой шапочкой. А второй пингвин. О, все отлично. Обоих пингвинов мы отправили. И мы выиграли. И смотрите, как она у нас радуется. Конечно, она за нас будет рада. Мы же заработали звезду. И давайте еще попробуем. Следующее. Так, нам надо 50 жемчужинок. Нам надо сделать 50 жемчужинок. Думаете, мы сможем? Я думаю, мы сможем. О, у нас уже 8 жемчужинок. Это же просто шикарно. Это отлично. Видите, какие они красивые. Но я думаю, это жемчужинки. Мне так кажется, что это жемчуг. Хотя, может быть, это не жемчуг. Может, это бусинки просто какие-то. Кто его знает? Ну, по идее, жемчуг стоит очень дорого. Если бы у нас было так много... Жемчуга, я думаю, мы бы уже давно отремонтировали нашу, ой, то есть наш дом. Хотя это игра. И неизвестно, что там в игре. Может быть, в игре эти бусинки или жемчуга стоят не так уж и дорого. Из-за этого вот так и получается. Но ничего, у нас уже 38 жемчужинок. Так, 47 жемчужинок. А, отлично, 3 жемчужинки. Всего 3 жемчужинки осталось. И обязательно у нас все получится, все будет. И мы сделаем 1 жемчужинка. Так. Думаем, как ее сделать. Как ее собрать, эту жемчужинку. Так. О, есть! У нас все получилось. Мы выиграли. Она опять за нас рада. Видите, как она танцует? Она очень рада за нас. Вот. Видите, как у нас все получилось? Какие мы молодцы. А на этом, ребята... Спасибо за просмотр. Пишите лайки. Ой, пишите комментарии, простите. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Ждите новое видео. Надеюсь, оно будет очень-очень скоро. А!
Нет, давайте еще, наверное, попробуем. Я еще зайчиков половить. Потом попрощаемся. Так. О, смотрите, как он глазки открывает. Показывается нам наш зайчик. И давайте мы поймаем 20 штучек зайчиков. И думаю, на этом можно будет заканчивать. Сану, я с вами уже попрощалась. Так что ловим зайцев. И будем пока-пока говорить. Вот. Так, у нас уже 8 зайцев поймалось. Еще один зайчик, 9-й зайчик поймался. Так, как у нас выстрелило? И сразу 2 зайца. О, как у нас выстрелило, и сразу. Еще зайцы. Ой, я даже не посчитала, сколько там зайцев. Сейчас зайцев уже 15. Осталось всего лишь 5 зайчиков. Так, ну-ка давайте попробуем. Где остальные у нас зайчики? О, это просто отлично. Так, вот он выглядывает, заяц. Он нам показывается, он выглядывает. И сейчас мы обязательно его поймаем и выиграем данную игру. Так, что у нас выходит, не выходит. О, нет, реклама. И мы маленько проиграли. Но ничего, сейчас мы обязательно сделаем этого зайца. Так, осталось 20 зайцев. Он нам тут показывается. Он с нами играет. Он хочет, чтобы мы с ним тоже поиграли и нашли. Он от нас прячется. Он играет с нами в игру. Он играет с нами в прятки. Так, ну ничего. Мы любители пряток. И мы умеем в нее играть. И мы умеем все это делать. И поэтому мы обязательно этого зайца найдем. Так, и соберем всех зайчиков. О, есть. Есть. Получаются зайчики. Вот, отлично. Мы почти всех собрали. 13 зайчиков, больше половины зайчиков. И у нас обязательно все получится. Обязательно зайчики у нас будут собраны. 18, так, чуть-чуть осталось. Давайте, давайте. Держим пальчики. И у нас обязательно соберутся все наши зайчики. Так, давай, давай. Последний заяц. О, есть! Да, есть! Мы выиграли! Выиграли! Выиграли этого зайца. И она за нас очень рада. Так, ну все, друзья. Всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока. Я вас очень сильно люблю. Ждите новое видео. Оно обязательно выйдет. Всем пока-пока-пока-пока. Пока-пока.